Здравствуйте, дорогие зрители «Стройгарант Анапа». В нашу компанию поступают периодические звонки от клиентов, которые говорят, что 5 соток земли – это довольно мало. Поэтому мы приехали в жилой комплекс «Звездный» и обратились к хозяйке, которую зовут Марина Николаевна. Она владелец 5 соток земли и коттеджем, который находится позади меня. Поэтому пройдемте к ней. Так, Марина Николаевна, сколько квадратных метров ваш дом? 130. А соток? Соток по документам 5,3. Здесь два этажа. Два этажа, да. Так, хорошо. Так, есть. Как давно вы здесь живете? Вот ровно год. 9 мая прошлого года мы заехали в этот дом. Понял. Ровно год. А когда вот вы выбирали дом, вы сразу поняли, что вот именно 5 соток это вот вам подойдет? Предостаточно. Мы всегда жили на земле, и всегда у нас было 15-20 соток. Но это просто утомляет. Сейчас у нас 5 соток, вот хватает поза глазам. Потому что некоторые люди, они звонят и говорят, ой, 5 соток это мало, а они не жили. То есть у них земли не было, или с квартир переезжают, или еще откуда-то. То есть, наоборот, еще больше работы, да, как бы придается. С учетом того, что люди все разные, и как бюджеты разные у людей, и возможности разные. Кто-то хочет и 20 соток, кто-то хочет и 30. Но для нас, вот, допустим, мы всегда жили на земле, мы труженики, всегда огород разбивали, тут мы сад разбили большой. Получается, у нас все саженцы мы посадили, муж посадил, и абрикосы, и персики, и гранаты, и мы все посадили. Нам места предостаточно. Ну, то есть вы каждый метр, по сути, используете? Конечно, по назначению. Да, да, я разбила цветник, у меня вот здесь розарий будет впереди дома. Там у нас, получается, под помидоры, под огурцы. Я посеяла и свеклу, и помидоры, и огурчики. Ну все, все я посеяла. Хватает предостаточно. Больше точно не надо, да? Не надо, я даже и не хочу. Все, я понял. Так. И супругу нормально, и мне нормально, вообще предостаточно места. 5 соток это здорово. Вот скажите ваше мнение, почему люди вот прям упрямо так думают, что 5 соток это мало? Вот не просто ваше мнение. Михаил, ну это, наверное, вот по незнанию. Кто не жил на земле, а в квартирах, они думают, ой, 5 соток это мало. Да не мало, это достаточно. Какой можете дать совет будущим клиентам, кто вот не может определиться, думает или 5 соток, или больше, вот какой можете вообще совет дать, на что обращать внимание, чтобы человек понял, вот ему этого хватит? Ну какой совет? Ну вот он пришел, посмотрел, допустим, все вот люди, мы когда вот выбирали дом, мы с соседями пообщались, да, посмотрели, как у них, как что, друг другу советы, и получается, что мы предположили, что нам предостаточно будет 5 соток. Понял. Вот смотрите, получается торцевая часть у нас дома, да? Здесь у меня будет розарий. Я хочу развести розы. Я уже их развела, посадила в прошлом году. Получается, здесь цветы. Муж сделал навес под машину. Ну, машина у нас небольшая, как бы, ну, даже для двух машин пойдет этот навес. Посадили кусты смородины, яблони. И муж еще над забором посадил картошку два ряда. Он посадил фруктовые деревья. Там у нас, получается, абрикосы. Персики, слива и черешня. Вот представляете, сколько деревьев сюда вошло? 5 соток. Да, получается, нам посоветовали не более 2-2,5 метра друг от друга дерева. Мы придержались этому расстоянию, советую, там придержались. И по ту сторону еще он посадил виноград. Три ряда винограда получилось у нас. Потом я разбила себе грядочки под огурцы. Три получилось у меня лунки. И если будет урожай, хороший год, то это предостаточно тоже будет. И около 25 кустов помидор. Всем спасибо за просмотр. По любым вопросам обращайтесь по горячей линии, либо переходите на наш сайт sga23.ru. Там широкий выбор коттеджей. До скорого!
Thank you.